Здравствуйте, друзья. У меня небольшой анонсмент. Значит, мы встречаемся в пятницу. Сегодня вторник. А в пятницу и будет это... Сейчас мы смотрим. 22-е. Осталось 3 дня. Мы встречаемся с Татьяной Богдановой. Вы можете сказать, а кто такая Татьяна Богданова? В принципе, многие у нас Татьяну знают. Я вот сейчас напишу в поиске, да, на канале на нашем. Я напишу Татьяна Богданова. А мог бы просто написать Богданова, может быть, так больше чего-нибудь выйдет. Но неважно. В общем, у нас, вы видите, довольно много видео с Татьяной. И она занимается визовыми вопросами. Визы. Тут не только Татьяна, тут много разных Татьян у нас. Не суть. Вот та, что сверху. Татьяна Богданова. Давайте уберем Татьяну, пусть будет просто Богданова. Посмотрим, может быть, больше придет. И... У Татьяны агентство есть туристическое в Владивостоке было. Сейчас я не знаю, может быть, у них в Москве. Я знаю, они собирались открывать отделение. Татьяна живет тут у нас недалеко и иногда приходит к нам на канал. Вот я вижу, что последний раз это было 11 месяцев назад, почти год. Вот, вы можете посмотреть, что Татьяна рассказывает, может быть, вам, наверное, будет интересно, но мой призыв к вам такой. Задавайте в комментариях к этому видео вопросы Татьяне по визам. Я не очень уверен, что она вам может или захочет что-то говорить про визы за пределами Российской Федерации, да? Вот. То есть я знаю, что у нее есть люди, которым она помогает и в Украине, и в других там, странах бывшего СССР, но, в общем-то, есть там лицензионные требования и так далее. Поэтому, во всяком случае, то, что касается Российской Федерации, может быть, каких-то достаточно общих тем, задавайте вопросы в комментариях. Я Татьяне пошлю ссылочку, и когда она в пятницу придет, вот у нее будет 3 дня, значит, посмотреть, выбрать, там, систематизировать и так далее. В общем, наш призыв такой. Задавайте вопросы по визам. Счастливо!